Вот так выглядит автомобиль, который совсем недавно начал работать в такси по маршруту Татарская Кыргала-Оренбург. Молодой человек купил машину, оформил все необходимые для работы перевозчиком документы и стал возить пассажиров. По его мнению, это не понравилось компании, которая осуществляет перевозку на микроавтобусах. А некоторое время назад машину разбили. Мужчины, представившиеся пассажирами, достали молотки. Их было четверо. Вот один подходит, дверь открывает мне. Меня вытаскивают, я сразу отхожу, я говорю, меня, говорю, не трогайте. Один на машину запрыгивает, на машине прыгает, второй молотком бьет, третий рядом со мной стоит. Вот как говорит, будет молоток достает свой, короче, и начинает машину бить. Левое стекло разбили, короче, водительское, на крыше прыгали, капот, там, ну и по кузову там тоже, молотком тоже били. А потом в конце, как они все сделали, они, один подходит ко мне и говорит, если, говорит, еще раз на этом маршруте будешь, я тебя, говорит, застрелю. Я в такой только в фильмах, наверное, видел.